13,5 миллионов рублей за несуществующие машины. Полицейские установили, что с 2017 по 2019 годы злоумышленник разместил в СМИ и интернете объявления. Согласно им, магаданцам оказывали услуги по доставке в областной центр автомобилей и другой техники. Принимая предоплату в полном объеме, обратившись к нему гражданам, исполнять свои обязательства не собирался. Долгие месяцы потерпевшие ждали прибытия транспортного средства на территорию областного центра, не подозревая, что директор общества распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Всего на уловку злоумышленника попалось 20 человек. Опросили свидетелей, 20 потерпевших, провели очные ставки. Приговором суда 37-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.